сделать. О, кто мне просит право прохода? Ой, предлагает. А, ну в тебе пускай проходит еще. Пускай воюет. Пиздец. Ебать, у Фти нету бронзы, нету камня, нихуя нет. Ну дерево сожрат вы дохуя. Кнос минус Эфиопия. Кнос опять Эфиопия. Аптера против Спарты. У меня под Кносом, блять, этих щитов валяется, охуеть. Ахиллес, походу, пошел это от своей территории отжимать. Поэтому он право прохода просил. О, ну хоть это войска оттянет этих пидорасов на себя, а то я заебался уже там отбиваться. Ой, все рассосались. Ха-ха, лохи. Просто оконченные лохи. Ой, а кто это нападает на меня? На Соломиновскую это какой-то петух нападает. Ля, ебать, я в три солдата. Бля, а это у тебя? Ну, у него, кстати, какие-то качаные, лень. Тяжелые метатели дротиков, это что за хуйня? Не знаю, какой-то пес крутой у него. Какие-то тяжелые, блядь, застрельщики. Захватит город, или что он сделает с ним. Но все равно не качает город, так что пофиг. Но у него теперь два воина. Захватил, не хватил. А он что-то, походу, догадывается, что там. О, бля, слушай. Надо отжимать у него тогда город. Чувак, смотри. Вот тут, походу, вервольфа можно нанимать. Сейчас, погоди. Договор перепрохода. Кто это такой? Ага. Да, пойди бога. Где кого нанимать? Вот тут, смотри. Ага. Видишь, там статуя вервольфа. Да. А что-то не... А, ну это, наверное, там будет. Тут какая-то еще броня нарисована, слушай. Можно броню какую-то еще делать, походу. Не, это и есть эти чуваки. А-а-а, нанимать карибантов. Это карибанты, чувак. Да. А, кстати, я теперь вижу, где благосклонность. Там, короче, в благословении богов наверх, если посмотреть левый верхний угол, написано утрата благосклонности, заход, минус 10 у меня. То есть, видимо, с тем перком будет не минус 10, а минус 8. Ну, как я, в принципе, и думал, что просто медленнее будет идти. Так, мифический поход. Наверное, пора бы уже это делать. Ебать, сюда гигантов можно нанимать. А, ну, понятно, всего два. А, стоимость похода. Понятно. Тут, короче, они не жрут, но тебе надо единоразово отдать ебаную тьму ресурсов. Ты там это поход ебашишь, что ли? Ну да, я не могу отправить в поход, потому что мне надо на единоразово отдать, сейчас скажу, сколько еды. Ну, точнее, не только еды, а в целом. На 7500 еды, 1600 бронзы. А, это я еще генералам не указал. A god among men. I cannot oblige. Ебать. А, ну тут же герои тоже есть разные. Я до одного из моих есть написано ненавидит троянцев. Так, а вот с героем вместе это надо 8700 еды, 1609 бронзы. Ну, я, в принципе, знаю, что делать. Так, дипломатия. Ладно, и так у нас самые пиздатые. Угу. Разовый обмен.
Чем мне там надо? 1000. Я у него все искупаю. 2000 бронзы хочу. Так, а ты ход отдал мне? Нет? Нет еще. А, ну все, так, пойдем. Теперь мне надо еду набрать себе. А, стоп, может спартанцев получится приструнить. А ты героя нового отправил или старого? Нового. А я старого прокачанного на всякий случай. Но не, пока не готов. Как бы старый у меня этот. Потому что тебе нужно будет потом пиздиться. Понимаешь, Дима, тебе нужно будет пиздиться двумя героями и двумя отрядами. Один отряд поддержку, который ты потом сможешь взять. Какой-то, только не знаю, почему я во второй раз не бьется. А! Сука! То есть два прокачанных героя было бы топ, на самом знаешь, деле. Знаешь, что мы? Я, короче, запросил 10 тысяч еды и 5 тысяч бронз. Знаешь, что от меня захотел Итака? Чё? Мой остров, блядь, там, где эти будут. Ага. Ну да, так ты нажал автообмен. Не, я все через автообмен делаю. Я просто смотрю, что они предлагают в итоге. Ну вот они предложили тебе остров, Алексей, кстати, прикольно. То есть я, блядь, этот остров более лелею, блядь, все это время. Он просто... Ну, типа, хочу. Ладно, давай тогда вот с тобой. Поэтому попробуем. Я на автообмен не соглашаюсь. А я просто смотрю, что предлагают. Во, вот это сойдет уже. 3000 еды, 3000 бронзы за 500 золота 500 и 500 этого камня. Пойдет. А то у меня сейчас не золото, не бронза, не еды, я в лютой жопе. Так, чё мне тут еще два мастера меча. Блять, и на одного еще копинаться не хватает. Ладно, ладно, я все понял. Пойду сейчас отобью так. Свой город. Короче, рыбки. Рыбкам пизда. Добиваешь. Да. Ну и останется еще один город у них. И потом потом пойду на... И этих пидорасов, которые у тебя город захватили, и рыбок допишу. О, я щит получил. Преданность плюс 2, защита героя плюс 3. Охуенно. А, блять, ладно, у рыбок уже города нету. У рыбок, угадай, кто забрал город, блять. Опять он тебя подъебал, сука. Да. Вот он тебя подъебывает, всю игру тебя подъебывает. А помнишь, у меня город рыбки захватили снизу? Угу. Обрати внимание, блять, где он, сука, в Германии? Угу. Угадай, кто этот город захватил? Ну, есть он хуй. Ладно, похуй. Да, золото тут уже хуй. Тогда тебе боевая наводка на этого петуха идти. Ну, я выстрелю сейчас и плыву. И там, кстати, жратва. Я плыву туда, чувак, все нормально. Хочешь на него накинуться, и этот петух, и ты накинется, еще кто-нибудь может там подсоседиться. Какие-то пацаны плывут что-то. Непонятные. Не, рыбкам все, рыбки прям вообще пизда. Что-то в океане какой-то замес намечается, я не знаю, лень народу собралась. Куда они все? Нахуй, видимо, нахуй. Ну с этим я дружу, с Соломином дружу. Ну, с этим я не воюю, во всяком случае, а этот петух я воюю. Так что я хуй знает, чё хотят петушары? Закончу эту войну, короче. А, ой, ебать, у меня еда вышла, плюс 56. А было только что в минус 100. Так, мне теперь надо с бронзой что-то делать. Где бы найти, блядь, бронзу? Хороший вопрос. Ну, не, я знаю, где найти бронзу. Я тоже знаю, где найти. Их зовут Спарта. Недалеко от тебя она находится. Не, на самом деле, Спарту распетушить можно быстро будет. Но это надо просто куча отрядов. А свободных особо-то и нету. Я все еще хочу... Я не понял, а что, хоть не отдал, что ли? Нет. А, да.
О, что это у меня белый гранит? Ликийцы выступают за мир и добрососедские отношения между вашими народами. Кто такие ликийцы? В знак дружбы Саперидон приносит вам ценные ресурсы. Он обещает подарить еще больше, если вы сохраните хорошее торговое отношение с Ликией. Что за Ликия? Так, скорость строительства всех главных зданий минус один. Сход на камень строительства? Нет, не очень. Атаку лишь в бою всех отрядов при найме плюс 6, нихуя. А на сколько это? А, осталось на 4 хода. Древние минийские реликвии скрыты, которые... Короче, я решил делать на похуй. Я сейчас, короче, нанимаю максимально... Ну, добиваюсь на второй отряд, так, чтобы он под максимум был. И, возможно, после этого я смогу диктовать условия спартанцам. Преданность плюс один. Так, ну чё, тогда я убиваю этого петуха. Я хоть тут ему... Куда поплыл, Вертайся. Это который тебя город захватил? Нет, это другой. Который стоял он там. Вертайся взад. Ну все, ты чувак. Ты приплыл. Ты приплыл. Ебать, очистило просто пиздец. На писечки просто их аннигилировать. Тихо, я встал. Сейчас приду и нажму. Бля, надо было выйти на поле боя и просто их уничтожать. Посмотрите армию. Ну ладно, сейчас раз тогда. Да у них отряд-то там. Ну я просто посмотреть кентавра в деле прокачано. Насколько быстро они аннигилируют там. На нахуй. У тебя целых один потеряшка. Ебать, какую-то шальную ногу подвернул, на это убежал. Коня упал. О, еще так. И качнулся у меня, кстати, геройчик. Так, что прикачать? Это у меня что, герой? Дальность для любви, дальность для... Бля, если отряда? Подумать, я затрахаюсь, блядь, тут воевать на этих островах. Я, блядь, помню, как у тебя было все весело. Угу. С другой стороны, что тут еда есть? А мне еда... Мне еда нужна и бронза. Много еды, много... А, кстати, вон тот город, который вроде как кончился, он мне дает 5 золотых. Ход. Mm-hmm. Так что, в принципе, выгодно. Так, куда мне подойти? А, ну это сейчас доплывет, ладно, тогда ты сюда иди. В Теринфе будешь сидеть. Солдатик. А, минус 101 сразу стало. Жратвы. Охуеть. У меня все еще 56 плюс. Но, блять, у меня сейчас ход будет, и я в минуса пойду и по еде, и по бронзе сильно. Так, че тут кто-то тусуется? Главное, я мифический поход свой начал. А, ну давайте я выведу вот своего петуха пока, ну-ка, если изгоя, то просто вывести вот этого, например. И отправить его. Если я правильно помню, то ты мифического похода ресурсы еще получал. Нет, не получал ничего. Там, по-моему, у тебя было то ли золото, то ли бронза, то, что ты где-то находил. Нет, там отряды качались, там яйца какие-то находил, еще какую-то залупу находил. В общем, там дрочь такая. Ну, у меня, кстати, может все по-другому быть. Я все-таки в подземное царство попиздовал. Да. Ну, я вот, там у Гидра, ну, у тебя читать надо было там, что можно будет. И то, что ты будешь выбирать... На тот путь развития, походу, ты и пойдешь. То есть нельзя выбрать, какой ты хочешь, один из трех, помнишь, там, которые были? Ну да. Вот, и, соответственно, то, что ты выберешь, то и будет. Так что надо читать будет это. На что ты хочешь развиваться. Своего собакена. Убить петухов! Я просто помню фильм «Спиздили». Песики. Любишь песиков? Давай, Дима, прожимай. Или ты опять сушишь? Бля. Да засад... я тут шароеблюсь по квартире. Засатыш. Тут война идет. Я мусор на кухню весь тащить. Это аннигилируй всяких петухов. Лишних. На моей территории. На! На, петух! Ух, блядь, щенок. О, можно... Да, интересно, а можно будет сделать так, чтобы блоки всегда в плюс только шли? Интересно, вот тоже. Ну, наверное, там, как... по идее, еще жрицы дают вас плюшки. Да, надо как-то раскачивать, походу. Хотя бы плюс один, но постоянно и со всеми. Так, в город я смогу вернуться? Давай в этот город.
Так, на теперь жри... А, ну жрица нахуй, вот этого петуха убить. Чё он тут тусуется? Мне колдует, блядь, шаман-сатанист. 5% шанс, ну похуй. Ебать, у меня ходит этот самый... Как его, агент. Я тут понаставил этих маяков, этих ебаных. О, хорош, хорош, убил какую-то шлюху-проститутку. Или агента убил, не знаю, кого-то убил вообще. И это хорошо. Давить бы ебаную Спарту. Так, о, качнулся этот самый посланник. Где тут накач? Есть у меня накач? Это что это? Дальность перемещения сопровождаемой армии на карте. О, глянь, у него пизда-то есть. Стоимость содержания всех отрядов минус 5, когда сопровождает армию, Дима. Прикинь, есть чувак. Я знаю, там есть еще, короче, управляющий, который изначальный перк у него, тоже да. На минус 5%. Бля, содержания. Вот и та фишка, и та, прикинь, армия на 8, а потом на 15, ой, на 12% будет, сможет дальше бегать. Это пиздата. Ну и содержание, сам понимаешь. Я на содержание буду вкачиваться. А, ну и смотри, есть пробивание брони для этой армии плюс 8, либо атака всех отрядов в ближнем бою плюс 10%. Прикольно, прикольно. По-моему, пробивание брони будет ближе, потому что за броню все равно, ну, за броневой этот ну, да. Урон больше будет. Ну, это будет стоимость содержания, потом пробивание брони. Ну, прикольная тема, прикольный посланник, когда сопровождает армию. Ну, вот у меня только один такой пока что. И он, сука, не качается толком. Ну, точнее, качается, но очень медленно. А его надо в армию сажать. Он в армии а качается. Он у меня и так в армии сидит. У меня, говорю, только один посланник, и тот в армии. Вот. Но его изначальный перк минус 5% содержания, поэтому... Я второго такого же хочу, чтобы изначальный перк тоже на содержание будет, потому прокачать еще на содержание. Итого он будет давать минус 10%, плюс указ еще на 10%. Итого минус 20% содержания по определенной армии. Это ж пиздата. Так, фипса, фипса, фипса. Ой, могу. То есть на 20% меньше горную апатию бронзы качнуть. И еды, это... Хотя да, вот, блядь. Что такое содержание бронзы армии? Они ее жрут, что ли, блядь? Ну, доспехи ремонтируют, ты чё? А почему стрелки не берут? Ну а стрелкам-то зачем? У них, может, доспехов нету бронзовых. Нет, я про дерево. Бронзовые-то едят бронзу. Ну, дерево, потому что они могут в лес зайти, там, нахуять, а бронзу-то ты нигде не накопаешь, пока нету. Кроме как в основном зерна городе. Зерна санина. О, смогу прокачать город в лесу. И поставлю сейчас эту башенку тогда, караульню. Блять, стоило уйти моим шпионом наверх, и у тебя внизу шпион появился. Где? Деревни. А, ну да. Так, чё, я в Исперию сейчас плыву? Блять, как охуенно купать. Пока ты, Дима, даже дойдешь до туда, где у меня весь замес был, там уже все поизбежались. Да похуй, они там все равно будут постоянно. Ну да, они сейчас туда будут атаковать. Они сейчас пойдут на этого, на Афтию, походу. Потому что они поняли, что со мной уже вариант. И на Афтию попрут. Бля, у этого, оказывается, еще территория есть, ебаный покос. Ладно. Так, что надо еще? 260 золота набрать где-то. Так, чтобы храм переоформить один. А, тут это... По разным богам были. Так, ну это Соломин я со следующего хода тогда возьму. Так, ну и все, больше ловить нечего. Вот этот петух неизвестно куда прет. Ну, там есть у меня отряд быстрого реагирования. Единственное, что плохо от мифического похода, у меня уровень управления вырос до 5 уровня. А это не очень круто. У меня тоже уже почти пятый. Не, пятым он становится сразу, как переходит на ячейку. Так, и у меня уже. Ой, там рыцари высадились. Где? На, вон, к этим. К спартанцам. Видимо, их сейчас добивать будут. Хорошо бы, хорошо бы. Кто-нибудь замешался бы с Спартой. Стравить кого-нибудь надо. С кем-нибудь. Вот эти вот, блядь, Эсперия. Плавает на своем корабле. Меня волнует. А я плыву на их остров. И они тоже куда-то туда поплыли.
своими 8. Куда-то да. Невиданная щедрость. Ликийцы вступают. Ликийцы? А, ну вот эти вот, которые это... Мне подарки дарили какие-то. А, ну и тебе, да? Да. А что за ликийцы? Что это такие, блядь? Так, а вот что я хочу? Минойские реликвии? Небесные жилеты? Я взял на богов. Там какая-то залупа была. Да, это реликвия. Да, вот я взял ее. Просто на 4 хода один хуй. Еще и преданность дает. Да. Табличку. Так, блядь, так что я думаю, нахуй. Это нормас. Кстати, надо богам помолить, что-то забыл. Сейчас Зевс будет. У меня пока не получится. Бомбировать города. Так, нет, вот это дело я. А, хотя нет, давай тут делать сюда дело. Вот там какой-то опять петух высадился, еще один. Ща пизды поют. А, все, это в те захватило свои территории, все у этих петухов. А, петушары пришли, а пиздюлились. Вот так вот быть петухами по жизни. Ебать, минус 541 еды, минус 152 бронзы. А, вот я взял, да, влияние плюс 12 аффекций, благосклонность всех богов при поведении обрядов в своих поселениях минус 20, свои агенты, вся фракция дает предметы. Чё дает? Предметы или спутников. Нихуя себе. Бля, там сейчас Саламин захватят. For duty. А, не, так вот. Такие. У меня две двадцатки. Ебать, в этих мегарах есть какая-то арена могучих воинов. Прикинь. Стоит. Меня эти интересуют. Как его... Бойцовская яма для гигантов. Ну, это понятно. И а, это у меня есть. А, нет, стоп, я не мастерская великого ремесленника. Благосклонность Гефеста плюс 150. Так, блять. Мне теперь еда кончается. А вот это арена могучих воинов. У меня что-то еды кончается. Дима просел по жратве. О, фиакины. У них еды 31 тысяча. Для отряда ближнего боя плюс 45 заход. Нихуя себе. О, сойдет. А, нет, блядь, сука, я тупой. Стой, снова всех отрядов не спрячь. О, слушай, в этом Саламине можно прокачивать отряды свои. Бля, надо захватывать его. А с кем у него, нечестно, союзы? Саламина, надо будет посмотреть. Да, раздербанить его по-бырому. Блять, продай ты мне бронзу, сука. Бронзу, еду. Тебе не так уж и много... А, блять, мне покупать-то нечего. Ладно, вопрос снят. Так, Спарта, блять. О! Я могу в третья там давить. А, во хуйня. А, я знаю, почему у меня бронза дохуя идет. У меня еще Гефест, и он дает доход от производства бронзы плюс 25% заход. Вся фракция. Короче, не могу я задавить авторитетом спартанцев. Их надо будет хуярить. Сейчас, короче, добиваем эти войны, которые у нас сейчас активные. Да, я как-то тебя добью. И я со всеми этими воюю. Я никак не добью их теперь. Пока не знаю, они мне мир не предложат. Хотя, может, им предложить попробовать, может. Прокатит.
Надо Спарту просто давить. Активно плечом. Спарта сильно подсирает. Отжать ее остров весь. Ну тебе нужно будет на маленьком острове. Надо будет крит отжать. Вот. И тогда просто у меня появляется ресурс, которым я смогу нормально тебе давать. Потому что я заебался, я не могу... Я даже на нашем острове не все ресурсы добываю из тех, что захватил. То есть я реально не могу их юзать. Да чё за десинхрон? Я нажал сбросить ход, и она еще тупит. Некоторое время. О, стоимость найма все легкий пехотинец, мисс 12. Отлично, качнулся. А, все, ход отдался, ладно. Так, дальше у меня тут еще качается. А у тебя что, легких дохуя, что ли? Нет. Ну это я прокачиваю сейчас, иду к этой. Стоимость содержания всех отрядов минус 10%. Да, это полезно. О, шпион вылечился наконец-то. Аллилуйя. Тебя можно ебящить. Так, ну че мы тогда? Забираю город, пока не забрали. Саламин. Вертаю взад. А тут что-то они хитрожопые. Пришли такие, отжали мой город. Хорош. Подними потом. Захватить. It's ours now. Nice. Вот это с дубинками и щитами. They won't get through. Так, укачнулся, кстати, нормас. Че ему качнуть-то? Так, очки здоровья, это что такое? Стоимость содержания героев во всей фракции минус 15%. Вот так. Ебать, у меня лак. Так, это минус 426 жратвы у меня, да? Окей. Минус 291 стало. Ха, заебись, навык, заебись. Я сейчас в Эстерию плыву, отнимаю последний остров, это педрилы. Текс, текс. I'll do it right. Нет, мне будет третий отряд нанять. Так, кто мне тут лазил по территории? А, вон агент стоит. Ну-ка убить его нахуй. Он должен умереть. Шпион. Значит, что, у меня еще есть один. Ага, походу он пригодится. Всех шпионов нахуй разогнать. С моих земель. Гнать всех. Гнать просто как не в себе. О, хорош. Так, теперь тут какой-то петух тусуется на моей территории. Бля, не дохожу. А на вхалки иду тогда сюда. Never cross me. Так, эту хиромантию построил. А, эту я построил уже. Подожди, а что, они где одинаковых? Сложивая басничная караульная. Обложите. Караульню пока тут построить, вот лазят всякие петухи. Так, что-то по меди начал поседать. Что-то, походу, отключилось. Пожратве тоже. Это хуёво. Это что это такое? А, это дерево. У меня Зевс, походу, ебанул. Вот ты петух. Зевс мне опять ебанул эту самую. Город. Так, повышение ранга. Саламин. Поселение. Такс.
Так, надо Зевсу тогда. Он уже ебанул. Давайте гектокомбу эту. Мерзкий Зевс ломает мои территории. Так, подожди, Эпитавр он. А, Тири, он Тириинф разъебал. Ебаный стол. Так, цена ремонта, снос, а не. Ремонт. Ремонт. 78, нужно камня. Камня. Камни золота, ебаный стыд. Стоп, 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 что-то не то нажал. Так, давай. We shall sacrifice a bull, then speak together. С тебя 500 камня. 500. 500 камня и сколько там золота? Ну давайте 200 золота. Только ебаная хуйня. Чё у тебя? А. Опять отключилось? Да. Ага. Начинается. Чудеса. Меня Зевс город Зевс город разъебал, покинь сразу метка. Бронза уменьшилась, жратва уменьшилась. Я знаю, я все это время тебе говорил, что у тебя эти лифт ёбнули. Ага, тебя не слышно просто было. Я так и понял. Ну я восстанавливаю сейчас потихоньку. Так, а что еще? 80 золота, а что не хватает? А, камня. Камня. Блять, а, этот, конечно, золото. Умный. Хотел у меня отнять мой самый дальний город, который гарантированно останется мой. При любых условиях, куда никто не поплывет. А, так вот, я еще говорил, когда ты меня не слышал. Я сейчас, короче, Эсперию забираю. У меня по факту война заканчивается на этом. Ну, фактически. И я начинаю собирать, короче, ну, веду свои войска на Спарту. И у него под городами, короче, и попытаюсь ёбнуть его в два смычка. Я не знаю, как ты будешь ебать. Ну, да чё, как? Я смогу грустно, поддержать. Больно и... Поддержать, ну только сверху, потому что далеко не уводить войска. Ты меня можешь из Тиринфа помочь. Ну, если свою двенашку подведешь, допустим, к Эгее. Не, двенашка будет сидеть. Я могу большой отряд подвести, который сейчас в этом сидит, как он называет. Сейчас скажу. Да. В Саламине? Да, в Саламине. Окей, тоже он, кстати, топовый такой, один из топовых отрядов. У тебя в Аропе, кстати, какой-то храм нарисован. Ароп, Ароп, где-то Ароп вообще. Вон, уникальное строение. Ага. Кстати, можно посмотреть, да. А, там священные охотничьи угодья. Поступление продовольствия за охоту. А, ну да, я хотел их построить, но мне не дали. Его разъебали. Я в Тринаке буду себе этих строить, циклопов, а в Гносе потом буду развивать его на минотавров. Циклопы очень много еды дают, а минотавры золото. Ну и все, за один ход починится Тиринф. Так, все, больше никто не ходит у меня, или вот этот петух не доходит, он поэтому сидит. А вот ты не весь починил, ты виноторговца не починил, походу. Ну а мне не хватает жрачки. Ой, не хватает ресурсов. В следующем ходу будет этот самый ресурсики не починил. У меня после дерева в ноль ушло все на починку и кирпич. О, мне предлагают тут за дерево. Какие-то петухи. А, за кирпич не. Пошли нахуй. И я лохи. Даже я сильнее в Ти. Хотя я и Спарты сильнее. И так я теперь тоже сильнее. А что-то как-то странно. Показывает, что я всех сильнее.
Да, тебе кажется, сейчас как начнешь. По полоске. Как начнешь воевать со Спартой, то пизда. По полоске-то я всех сильнее. Проблема-то не в этом. О, у меня какой-то квест. Посвятить чего-то там. В поисках адского пса приводит вас в священные земли Элавсина. У ваших ног расстилается бескрайнее море красных магов. Понятно. Романы сраные. Мягко колычится на верту юных дел и собирают их в корзины. Ваш проводник. Бу-бу-бу-бу. Посвятить мистерии. О, можно пополнить армию эвлисийцами. Какие-то твои воины. Да-да-да, пополняй, потому что нужно будет отряды. Я себя тоже пополнял какими-то пацанами. Вы пополнили копьеносцы со щитами. А че, серьезно, тоже пиздатых? Ну, ты посмотри, там у тебя будет в армии эти пацаны нарисованы. Добавятся. Мои пизжи. Ну ладно. Эти то. А, нет, они такие же, блядь. А, нет, мои круче. Ну, как бы, Дима, лишние отряды не помешают, сам понимаешь. Ну да, особенно ближние бои. Самое прикол, что они еще могут сдохнуть где-нибудь там, что-нибудь по квесту. Не, я понимаю. Какие-нибудь пацаны. Ну ладно, короче. Войска поднаняты. Лучше у меня, я тоже сначала набрал, потом у меня кто-то сдох там. В итоге нормас. I won't give ground. Я, блядь, приплыл. Ты пиздишь этого петуха? Я не достаю. Блядь. Но я очень близок к тому, чтобы дать ему по щам. Диомедис. У тебя пацаны 7 уровня там. Смотрю. 8 даже есть.